Всем привет! Полтора года назад снимала видео про свой гриль, но многие просили переснять его, потому что при монтаже музыка оказалась громче звука. Поэтому рассказываю. В июле 2019 года муж мне подарил на день рождения гриль. Мы уже давно присматривали, какой именно выбрать. И наш выбор остановился именно на DeLonghi, на этой модели, поскольку мы видели, как наши друзья долго пользуются этой моделью. И она, можно сказать, универсальная. Такой девайс заменяет на кухне гриль, тостер, вафельницу, тем самым экономя место на кухне. Очень удобно, что здесь есть три пары сменных панелей. Это рифленая панель, плоская панель и панель для венских вафель. Самое главное, что панели возможно снять, что очень удобно, буквально одним нажатием кнопочки, и помыть. Когда вы убираете гриль, смотрите, чтобы панели были съемные. Сейчас я мою в посудомойке, не боюсь намочить ее с двух сторон, потому что в первом видео я говорила, что мы старались ее не мочить полностью, как просит производитель. Сейчас мы полностью моем в посудомойке ее. Очень легко панели меняются. Буквально тоже одним нажатием кнопочки. Все. Тосты, сырники, панкейки, кутабы, лаваши с начинкой, рыба, мясо, котлеты, венские вафли и много другого мы ежедневно готовим на гриле. Еще предусмотрена вот такая выдвижная емкость, в которую стекает жир, когда мы жарим что-то жирное. Это тоже очень удобно. Если же вы хотите прожарить толстый стейк, то здесь предусмотрено то, что, видите, верхняя панель будет равномерно ложиться полностью на весь стейк. Он будет равномерно прожариваться. Очень удобный в использовании. Буквально нажимаете кнопочку и выставляете температуру нижней и верхней панели. Когда выбираете гриль, обязательно обратите внимание на максимальную температуру, потому что многие грили из недорогих имеют максимальную температуру достаточно низкую. Это значит, что максимум вы на нем пожарите рыбу. Мясо он не пропечет. Также есть приложение специальное для гриля, на котором можно выбрать программу, с которой нужно готовить тот или иной продукт. Но единственное, что это приложение не дает возможности управлять грилем на расстоянии. Просто вам телефон напомнит, что пора выключать гриль, что все готово. Честно скажу, что ни разу не пожалела за 2 года, что приобрела его, поскольку это действительно незаменимый помощник на кухне, особенно в семье, где люди стараются выстроить свое питание правильным и здоровым. Щадящая готовка с нужной температурой, жарко без масла. Все это помогает сохранить в продуктах максимальную пользу. Не знаю, насколько полезным был обзор, но поделилась просто своими впечатлениями, своим опытом, своими эмоциями. Вот поэтому для хозяюшек очень рекомендую, берите, не пожалейте.